Около мемориала «Журавли» проходит торжественное открытие нового памятника. На нем присутствуют родственники бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции, ветераны локальных войн, представители предприятий и организаций, а также школьники и студенты. Сегодня такой день, в то же время он как бы скорбим по нашим ребятам, в то же время мы понимаем, что мы отдаем дань, уважение нашим ребятам, погибшим в ходе различных военных конфликтов, в том числе и ребят, которые погибли на СВО. Открытие этого памятника, конечно, оно необходимо, тем более сейчас такое беспокойное время, когда решается судьба Российской Федерации. О важности сохранения памяти о героях войны говорят и представители подрастающего поколения. Перед собравшимися выступил учащийся кадетской школы-интерната. Хочу сказать, что мы гордимся теми, кто участвовал в локальных войнах и сейчас защищают интересы нашей Родины. Специальные военные операции. Их героические подвиги останутся в нашей памяти и будут колоссальным примером долга и чести для нашего подрастающего поколения. Мероприятие сопровождалось живой музыкой. Очень душевно с песней «Встань» выступил Тагир Мухаметов. Его песня тронула всех. Многие слушали ее со слезами на глазах. Пока еще с вами мы живы, правда за нами. Там сверху на нас кто-то смотрит родными глазами. Они улыбались, как дети, и в небо шагали. Встанем и ближе к ним встанем. Прошла минута молчания. Еще раз вспомнили бойцов, которые пожертвовали своей жизнью ради защиты нашей страны. В конце мероприятия к памятнику возложили цветы и венки. По традиции отпустили в небо белых голубей, символизирующих мир и покой.